Какой флаг у России, знаешь? Да. Что означает цвета флага? Синий цвет – это значит любовь. Красный цвет – это значит отвага. А белый цвет – это значит хорошее общение с друзьями. Очень точно. Видите, без белого с друзьями нормально не поговоришь, правда? Ну да, если берешь в руки белый, то все меняется, и вы дружите. Скажи, почему люди хотят стать депутатами? Ну, потому что депутат почти самый главный. И у него дом богатый, у него все хорошее и улучшенное. То, что он всегда в самолете в бизнес-классе летит. Постоянно. Катя говорит: о, пап, смотри, какая злая обезьяна. Папа говорит: спасибо, сынок, что напомнил. Мама просила к обеду не опаздывать. Я думаю, что ты сам понял, что нужно пояснить. Поэтому не к дуэте смех, потому что как только папа услышал про гориллу, он вспомнил про злую обезьяну, он вспомнил про маму. Скажи, ты считаешь это смешно, когда мужчина говорит про женщину, что она похожа на обезьяну? Можешь не отвечать. Магазин открытый, посмотрим. Что посмотрим? Магазин открытый, где можно подарки купить. А кому подарки вам нужны? Маме. Кому? Маме. Какая разница в возрасте может быть между друзьями? Например, ты сам маленький еще, а дружишь с большим. Тогда ты будешь мыслить по-маленькому, а твой друг, которому уже очень много лет, он будет мыслить по-большому. Поздравим врачей скорой помощи. Ну, я желаю всем поликлиникам, чтобы часто их не вызывали. А хочешь врачом скорой помощи стать? Не хочется так. Почему? Опыт надо иметь. Тут с тобой не поспоришь. Мои зимние каникулы. Я встретил Новый год у бабушки. Ко мне приходил Дед Мороз и забыл посох в бане. Много знаешь песен, да? Да, много. А насколько много ты песен знаешь? Ну, я знаю рэп. Рэп? Да, рэп. А откуда ты знаешь рэп? Папа меня научил. А папа рэпер? Папа Антон. Если у человека кто-то просит деньги последние, а тот не дает, это жадничает человек? Точно жадничает. А вот если, например, у тебя придет друг и скажет: дай, пожалуйста, мне свои последние деньги, ты дашь? Ну, так чуть-чуть дам. А если все попросит? Все, ну, дам. Ну, копейка мало дам, но очень будет много получать. Но все, можешь отдать? Все нет. А папа кто по профессии-то? А его зовут Сережа. А кем он работает? Он все уезжает. Постоянно в этом состоянии находится, да? Да. Все уезжает, никак не уедет, да? Да. Мама сейчас доставляет не уезжать, он все заезжает.